Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск «Вести. Карачаево-Черкесия». Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с делегацией принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Это масштабное событие в сфере экономики. 17 тысяч участников из 136 стран. Эксперты, лидеры бизнеса, представители органов власти обсуждают векторы развития экономики, международную торговлю и сотрудничество, рынки сбыта и технологичное лидерство. Главная тема форума в этом году – основа многополярного мира, формирование новых точек роста. В форуме примет участие президент России Владимир Путин. Он выступит на пленарной сессии, в рамках которой поделится текущей ситуацией в экономике, как мировой, так и российской. Для республики участие в форуме – это хорошая возможность для развития расширения деловых контактов и реализации перспективных проектов. Уверен, форум даст новый импульс для развития экономики Карачаево-Черкесии и всей страны в целом, отметил глава Рашид Тимрезов. Злополучным хозяином пяти районов республики 31 мая стали шквалистый ветер, град и ливень. За короткое время непрошенные гости разнесли дворы, улицы, побили имущество горожан. Ликвидация последствий стихии продолжается и сегодня. Какие работы проводятся в Черкесске, как вспоминают об этом дне горожане, узнавала Альбина Ламкова. Выглянула, что творилось во дворе. Это что-то было. Деревья падали. Люди кричали. Вера Шевелева живет по улице Октябрьская, 21. И она, к сожалению, как и большая часть ее соседей, стала свидетелем мощного урагана. Ливень, шквалистый ветер и град были беспощадны. Стихии повреждены машины, повалены деревья, столбы, рекламные баннеры, крыши домов. Вере Александровне тяжело вспоминать этот день. Она с трудом рассказывает, как легко ветер ломал деревья, вырывал их с корнями. А ледяные камни беспощадно били машины и жилые строения. Все было охвачено хаосом и разрушением, говорит она. Здесь машина стояла, дерево рядом. Оно упало. Хорошо, газовые трубы не повредило, только водосток. Ну, водосток вчера приезжали, сделали уже, отремонтировали. Приезжали МЧС, вырубили, которые лежали деревья, тополя эти высокие. Их срубили, пострадали люди. У кого что. Шквалистый ветер во дворе улицы Октябрьская, 21-23, повалил 5 деревьев, 4 из них топали. Тяжеловесные стволы разбили машину, гараж, повредили и другое имущество. Жильцы дома подключились к уборке территории вместе с управляющей компанией, вооружились необходимым инвентарем – граблями, метлами и лопатами. Крыша потекла у нас после стихии. После стихии канализация возле второго подъезда, там вырвало дерево и повредило ее, и она текет. У нас вода вся идет в подвал. Конечно, есть проблемы, и они решаемы. Но самое главное, никто не погиб, говорит техник участка из управления жилищного хозяйства номер один Черкесска Фатима Анчокова. Пострадавшие есть, стекла побиты и в подъездах, и у частных лиц в квартирах, балконы побиты. Но это все мы стараемся фиксировать, чтобы передать эти все данные. И днем, и ночью была среди них, и начальники, и подчиненные. Все работали очень дружно. Жильцы, спасибо им большое за терпение, которое они проявили. Этот день объединил всех для восстановления столицы после стихии. Фатима Анчокова отметила, что в республике много неравнодушных людей, и особо поблагодарила службу МЧС. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, «Вести. Карачаево-Черкесия». МЧС предупреждает, 7, 8, 9 июня местами по Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды в достижении неблагоприятных отметок. В горах сход силы малого объема. Жители призывают к осторожности. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11, порывы в том числе будут при грозе до 18. Температура ночью 13-18, в горах до плюс 13, а днем 24-29 градусов тепла и в горах до плюс 20. В Черкесске кратковременные дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 18.
Температура ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла. Тяжело в учении, легко в бою. В Черкесске прошли соревнования за звание «Лучшее звено газодымно-защитной службы Карачаево-Черкесии». Через какие испытания пришлось пройти сотрудникам пожарной охраны, расскажет Майя Хамдохова. Соревнования на территории 2-й пожарной части Черкесска по работе газодымозащитной службы проходили в два этапа. Теоретическая часть и отработка практики по пройденным материалам. Первый этап – смотр конкурса на лучшее звено газодымозащитной службы. Сейчас идет теоретическая часть, решение задач и решение теории. Потом будет практическая часть, то есть полоса препятствий там, со всеми возможными этапами, там теплодымокамеры, башни спасательные. Соревнования за звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Карачаево-Черкесии» проводятся ежегодно. За звание лучших боролись 9 команд. Подниматься на третий этаж спасательной башни, эвакуировать пострадавшего и оказать ему необходимую помощь в полной экипировке весом до 20 кг – испытание не из легких, но оно помогает вырабатывать выносливость и стойкость. Было трудно, были свои некоторые сложности, особенно в дымокамере. Погодные условия, как аномальная жара и боевая теплая одежда пожарного, не стали помехой для проявления ловкости и скорости. Оказание первой необходимой помощи для пострадавшего является неотъемлемой частью командной работы. Порой в попытках спасти жизнь другому МЧСники забывают о своей. Плач детей, когда эти звуки, бывает очень страшно. Ну, не страшно так, все равно мысли приходят в голову. Научить команду подниматься на спасательную башню не так сложно. Сложнее не терять ту самую секунду, которая может стать последней, уверены организаторы. В целях популяризации профессии выявляются лучшие. Значит, по итогам данного конкурса команда примет участие в региональных соревнованиях, которые будут представлять нашу республику. В случае победы на региональных соревнованиях дальше команда будет представлять уже Северо-Кавказский федеральный округ на российских соревнованиях. По итогам соревнований победителями стали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Черкесска. Второе место у команды 1-й пожарно-спасательной части республиканской столицы. Третьими стали огнеборцы Прикубанского района. Майя Хамдохова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Лето – пора отпусков, каникул и активного отдыха. Особой популярностью среди молодежи пользуются самокаты, гидроскутеры и другие средства индивидуальной мобильности. Чтобы отдых был не только активным, но и безопасным, сотрудники госавтоинспекции напоминают жителям республики о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Подробности у Али Баташева. Виктория Ющенко любит кататься на самокате. Летом для этого есть все условия – время и хорошая погода. На самокате очень нравится ездить, потому что это уникальный вид транспорта, так как можно расслабиться с друзьями, покататься, повеселиться. Ощущения приятные, когда катаешься. А ты знаешь, какую скорость на нем можно допустимо развивать? До 25 км в час. Ты соблюдаешь этот скоростной режим, да? Цель профилактических бесед – напомнить о правилах дорожного движения водителям средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, гидроскутеров, моноколес. Главное правило – не выезжать на дорогу, автомагистраль. Пересекать проезжую часть можно только пешим ходом, говорят сотрудники госавтоинспекции. Посмотрел направо, убедился, что автомашин, проезжающих на данном участке, нет, только в этом случае можешь переходить, ведя за собой скутер в обязательном порядке. То есть проезжать на нем через проезжую часть категорически запрещается. Переходить через дорогу надо пешим ходом в обязательном порядке. Также хочется обратиться касаемо скорости движения. Максимально допустимая скорость движения управления на СИМ у нас 25 км в час. Самостоятельно управлять СИМами можно, начиная с 7 лет.
Не все дети соблюдают правила, а это может привести к трагедии. Вообще, к сожалению, на территории Российской Федерации уже зафиксирован ряд фактов ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, с летальным исходом в том числе и с тяжкими последствиями очень много ДТП. К счастью, у нас подобных дорожно-транспортных происшествий на территории Карачаево-Черкесской Республики не было, и хотим сделать так, чтобы их не было вообще, в принципе, у нас никогда. Соблюдение правил дорожного движения позволит сделать летний отдых детей безопасным, сохранив их жизнь и здоровье. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. Состязание стойкости и силы духа. В станице Исправной Зеленчукского района прошел турнир по вольной борьбе, посвященный воинам Карачаево-Черкесии, погибших в зоне специальной военной операции. Соревнования собрали более 150 юных борцов со всей республики. Участников поприветствовал глава Зеленчукского района Александр Шайдаров. Он отметил, что подрастающее поколение должно знать и чтить героев, которые в разные годы вставали на защиту Родины, а их жизнь и мужество примером для подражания. Пожелал юным спортсменам успехов и новых побед и глава Исправной Александр Березовский. Ребята, в свою очередь, продемонстрировали хорошую физическую подготовку и мастерство. Эти соревнования дают возможность оставаться в спортивном тонусе и, конечно же, отточить технику ведения борьбы. По завершению победители и призеры турнира по вольной борьбе были отмечены медалями и кубками. Сегодня в России отмечают 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Продолжая традицию, команда «Вестей» вновь вспоминает произведение классика. А сразу после смотрите прямую трансляцию большого концерта «Отражение» к юбилею Александра Сергеевича. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Взгляни на милую, когда свое чело она пред зеркалом цветами окружает. Играет локоном и верное стекло, улыбку, хитрый взор и гордость отражает. Моя любовь, моя отрада, сторонка тихая моя, и рощи зеленая прохлада, и речки светлая струя. Тебе одной я преклоняюсь, с тобой вместе слезы лью. Я ни на что не променяю красу неброскую твою. Я думал, сердце позабыло способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать, уж не бывать. Прошли восторги и печали, и легковерные мечты. Но вот опять затрепетали пред мощной властью красоты. Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних, времен минувших, небылицы, в часы досугов золотых. Я вас любил. Любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешению, на что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я мог свободу даровать. Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ж ты тих, как день ненастный, опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает. Грусть, тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось, где-то есть ель в лесу, под елью белка. Дива, право, не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился. И царица у окна села ждать его одна. Ждет, пождет с утра до ночи, смотрит в поле и до очи. Разболелись глядячи с белой зори до ночи. Не видать милого друга,
только видит, вьется вьюга. Снег валится на поля, вся белешенька земля. 9 месяцев проходит, с поля глаз она не сводит. Вот в сочельник в самую ночь Бог дает царице дочь. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу ей бегут. И руки тянутся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна, и молчаливо, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь-точь вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал.